Когда дети начинают понимать вопросы полового характера, тогда настанет время готовить их к половому созреванию. Объединить их вместе рекомендуется после соответствующей подготовки. Когда они научились правильным взаимоотношениям, основанным на уважении друг к другу. К возрасту 12-13 лет следует серьезно расширить обсуждение, касающихся близких отношений. Начать на деле готовить к созданию семьи. Учить половой ориентации, уважительного отношения к противоположному полу. Объяснить детям, что комбинация свойств девочек и мальчиков – это достижение слияния между Творцом и Творением на уровне нашего мира. Помощь друг другу во всем. Дополнение одного к другому. Создавать убеждение того, что окружение не должно диктовать нам, как выбрать супруга и с кем показаться на людях. Новый этап, когда люди будут связывать себя духовными узами, когда дети будут рождаться в результате объединения душ, а затем тел. Воспитание зависит от качества связи между супругами еще до беременности. Обучать детей правильным взаимоотношениям еще со школы. Нужно беседовать с ними об институте семьи, о проблемах переходного возраста. Молодые люди должны понимать себя, свое тело, свою личность, понимать требования, которые предъявляет к нему общество. Школа должна подготавливать девочек к периоду беременности, учить устанавливать связь с плодом и как важна связь матери и ребенка после его рождения. И что все люди словно пуповины связаны, как мать с ребенком. Так за одно поколение можно изменить все общество.